Выбрать тренировку в приложении можно четырьмя разными способами, которые я вам сейчас покажу. Способ первый. Это просто пролистывать во вкладке «Тренировка» вверх и вниз, пока вы не найдете нужную. Способ второй, который вытекает из первого. Воспользоваться кружками справа, которые возникают при перелистывании. Они в себе содержат первую букву названия тренировки. Способ третий. Это большая фиолетовая кнопка слева внизу, кнопка поиска. Она открывает список типов тренировок, которые вам доступны. И здесь же можно выбрать другую. И точно такой же список откроется, если вы нажмете во вкладке «Управление» на пункт «Тип тренировки». Вот. Дальше. Что еще удобно делать в этом списке? Очень удобно, допустим, находить что-то. Если у вас очень много пунктов здесь. Оп, Чандра Абхидана. Вот мы ее искали. А еще очень удобно перетаскивать. Зажать и перетаскивать любую тренировку. Если, допустим, мы хотим другой порядок, или одну из них, или две используем очень часто, тогда их удобно перетащить вверх списка. Вот так. А вам разнообразных тренировок!